Она не хотела принять одежду, ей было очень стыдно. Значит, у нее нет амбиций. Сынок, не знаю. Она кажется хорошей девушкой, простой, честной. Когда я вошла, у нее были красные глаза, как будто она плакала. Ладно, спасибо, мама. С твоего позволения. Послушай, мне кажется, мы уже виделись раньше. Конечно, сеньорита, виделись. Нет, я имею в виду до приезда сюда. Ты был со своим хозяином в Канкуне, когда мы познакомились. Нет, сеньорита. А ты не был с ним в пещере? Конечно, нет. Здесь очень красиво, но очень скучно. Если хотите, я отвезу вас на прогулку. Чтобы ведьма Ракель рассердилась? Вы же ее шофер. Да, но я могу сам решать, что делать в свободное время. Паула? Подойди. Где твоя сестра? В своей комнате, приводит себя в порядок, потому что ее муж пригласил ее на ужин. Вот так-то нужно было найти ей мужа пострашнее. Мы не можем бездействовать. Нужно, чтобы кто-то придумал, чтобы убрать мерзавца, потому что я не позволю ему остаться с моей женщиной. Но если она любит меня, тебе ясно? Как каждый сеньор. У тебя хорошие отношения с Паулой, не так ли? Ей скучно, но я собрался отвезти ее на прогулку. Отвези и сделай так, чтобы она тебе все рассказала. Как прикажете, сеньор? Позвони в лучшие рестораны города и узнай, в каком из них Алехандро заказал столик. Да, сеньор. Все это так запутано. Да, сеньора, учитывая все, что вы мне рассказали, все очень странно.